И, кстати, и Алекс Арнольд может пробить. 19-летний Алекс Арнольд, перекладина! На чемпионате мира в группе против Бельгии. Но... Да, конечно, сейчас... Великолепно Ван Дейка, самый дорогой защитник мира и, пожалуй, один из самых надежных клубов, где он провел два сезона. Сейчас простильная передача, Гомес на месте. Он, кстати, очень хорошее впечатление произвел на чемпионате мира. Тоже опытный футболист, участник чемпионата мира в Бразилии. Опять удар-то был в противоход, но едва ли смог бы идти и усилить атаку Ливерпуля. Но оборону может усилить, пусть Дан сегодня не играет. У него травма лодыжки, которую он получил в матче с Манчестер Юнайтед. Точно, 1-0. Ливерпуль выходит вперед. Когда вышел на замену в конце, в самом конце матча. Но затем Кристал Пэлас был бит все чаще и чаще. Кейта мы видим в роли Рейналду. Направо Алекс Арнольд подавал на Сарио Мане с Ван Дейком. Мяч на правом фланге. И сейчас Ливерпуль берет такую пока. Ливерпуль мягко стелет. Да, очень часто подключится вперед. Ну, кому? На Марча? Или на Глена? Бисума. Бисума в штрафной. Пас назад. Бисума. Пас. Манкунянцев. Именно Брайтон. Именно игроки под Лиги чемпионов ворота Хоффенхайма. В четвертом раунде плей-офф. Передача! Вину! И за ударов с 11-метровой отметки подряд были безупречными. 8. Джо Гомес сыграл на Милнера. Нет, таких вот голевых моментов мы с вами не видели, но несколько подходов были довольно-таки неприятными. Арнольда не было в момент передачи Милнера. Но поле есть еще время для атаки у Брайтона. Стивенс проиграл борьбу Алексу Арнольду. Снова удар. Удар Кнокара с выгоднейшей позиции. И сенегалец. Но потрясающе. Тройка, конечно, работает, надо сказать, очень и очень продуктивно. А дальше Милнер снова назад играет на Трента Алекса Арнольда. Там Мари задел. И все есть для этого у Ливерпуля. Состав великолепный. Ливерпуль строит свою атаку. Ну, если Ливерпуль... Салах все время в движении. Обратите внимание, как египтянин открыт. Из-за боковой вбросили хозяева поля. Знаменитая песня, она же ведь не только гимн Ливерпуля, и в других странах, в некоторых командах. Игра на ноль на Энфилде. Ну а пока Сол Марч рвется вперед. Простыль. Но с другой стороны, автобус-то не выставляет Крис Хилтон около своих ворот. Брайтон пытается Брайтон за этого полузащитника, атакующего Лилю. Это не творится в деле, это не видели. Очень четко обороняется команда. Очень хорошо работает Крис Хилтон. Левой момент, в отличие от Ливерпуля. И вот новая атака. Марч. Ну, очень такая передача-то есть. Удар поворотом попадает в Мане. Спасибо Мане, наверняка сказали болельщики Брайтона. Никуда. Держать, держать свои зоны. Никуда не выдергиваться. Все четко. И Ливерпулю Кнокар на своем правом фланге. Я вообще не говорю. Брайтон на ровном месте. Фермино. Но здесь отлично играет Стивенс. А дальше Алекс Арнольд. Карточка Арнольду. Да, за срыв атаки. Рукой дернул убегающего Милнер. Снова Алекс Арнольд. Вот такая перепасовка. Ситуация. Вот смотрите. Подача. Штрафную вот здесь. Смотрите. И...